Просто фото нажать теперь. Я просто фото нажал. Да. Ну, в принципе, видео уже не нужно, просто прижимаем точки и все. Так. Ну ладно, снимай. Вот, достаточно сильно. Терпимо? Еле-еле. Вот. Продавливаешь? Это продавливание? Да. А, с вибрацией? Прям давлю, да. Ну, так подкручиваю. Вот вижу, большое, да. Подкручиваю. Да, раз, два, нет, выше, выше. Или выше. Вот тут, да. И третье. Терпимо? Угу. Вот. Там же вена идет, да, поэтому больно. Вот одна. Чувствуешь, больно? Uh-huh. Вторая больная. И вот третья. Вот видишь, они все больные. Болит, значит, попали. Акупунктурные точки, они болезненные, значит, вы попали. Выводим отсюда теперь кровь. Вот туда ключицы. Продавили, увели кровь. Назад возвращаемся по точкам за ухом вот эти, да? Раз продавили. Ну, буквально раз, два, три. Раз, два, три. По чуть-чуть так, с вибрацией такой, да? Само ухо размяли, согрели его там как угодно, его там можно скрутить трубочкой, шаурму замотать. Да, конвертиком сложить вот так, да. Вот, теперь берем, вот так зажали между пальчиками, да, и ножнички такие, по двумя углами. Под таким углом и по таким углом растерли вот. Получается, все ухо мы согрели, и кровь уводим вот туда, к лимфе, вот туда вот все уводим вниз. И теперь прищепляем как бы эти точки. Особо не думайте, куда попали, не попали. Просто вот точки. Те же самые точки на ухе. Да, просто прищепляем так чик-чик-чик. Прощипываем. А если там хреновая гора, Сережек у девчонок? Прощипываем. Ну, надо снять. Снимается все. Снимается все, да. Цепочки. Вот, например, вы не верите, да, у меня был такой эксперимент. Пришла девушка, у нее болела вот здесь вот... Кистово-подвздошное, пояснично-подвздошное сцепление, да, ППС. Я его нашел вот здесь, получается, на ухе, да? Прищепил прищепку просто, взял прищепку. Блин, реально, да? Вот рядом покажу. Я так как-то делал мочка уха на прищепке. Несколько минут. Реально, где-то чувствуешь связь? Прикинь, так импотенцию лечить, так прищепил ухо, да? Ты где-то... Вообще огонь, это надо. Хочу знать, спроси, где точка? Джи. Так вот, где точка Джи. Юморист. Короче, пока я массирую... Это очень болезненно, вот, намочка сделай, вот, намочка уха вот так вот сделай. Почему болезненно будет? Она болезненно, мне было как-то болезненно. Через минуту... Ну, если прищепка лайтовая, то нормально. А, ну да. Ты же не канцелярская, ты хреновина, знаешь, которая... В общем, не перебивайте. Значит, вот, пока стояла прищепка, я работал со спиной, промассировал спину, снимаю прищепку, ну, тут там покраснело, конечно, да, потом проверяем, бац, и перестало болеть, в камеру видно, перестала болеть эта точка. Угу. Представляете, то есть от уха оно все влияет. Насколько... Так что акупунктура работает. Ловись лайфхак. Можно, пока вы работаете со спиной, человек лежит, и у него вот все точки, да? Стимулируются, да, все точки. Вот так а только пусть... правое ухо или вообще любое? Любое ухо. Оба. А если на обоих ему канделябр зафигачить? На обоих можно, да. Ну это зеркально получается? Ну, ухо. Да, 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 работает зеркально по диагонали. Все точки работают по диагонали. И вот пока вы работаете, человек лежит вот, стимулируется. С сережками такой. Ну, ощущение, конечно, такое серьезное. Серьезное? Сейчас мы себя отвлечем. Чтобы избавиться от боли, знаете, что нужно сделать? Надо сделать еще больнее. Создать более сильную боль. Сломать палец в другом месте. Мизинец на ноге. В другом месте. Вот мы нажимаем со вдохом на эту точку вниз, прям вертикально вниз, вдох. Терпим. Ну, я долго не буду так, выдохнули. Ну как ухо прошло? Забыл про ухо. Вот тут вертикально в бок, там такая плавающая жилка, надо прямо в нее попасть. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Видите, насколько глубоко входим? Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот эту точку зацепили на себя. Ты стрелочки видела? Да, видела. Под лопаткой на себя. Вдох. Ну, надо секунд по 20 держать, на самом деле. И делается через боль. Выдох. Вот тут вертикально вот сюда прям входим. Там еще чуть-чуть. Вдох. Выдох. Вот здесь, да, вдох. Наверное, не попал тут. Вдох. Выдох.
Ларис, ты следующий. Слишком близко снимаешь, там, там не видно. Смысл такой же, как после изометрической релаксации. То есть создали напряжение, да, организм сработал, обычно через 40 секунд он сам там отпускает. И вы держите дыхание, выдыхаете и резко выходите из этой точки. Резко выходим, спадает напряжение, и эффект шланга, кровь накопившаяся, она фух, пробивает засор в мышце. Ухо прошло? Ну, уже привык. Какое ухо? Отпускаем. А ты забыл, да? Снимаем. Оно как-то отпускает. Сначала неприятно, потом оно уже... Да, потом боль... А, вот еще. А какая жена за прищепку такую нахлобучила? Это же прищепка. Сейчас не купишь. И, соответственно, эти точки не всем нужны. Да? Это только если у человека прям какая-то проблема. Или вот прям с одной стороны чувствуете вот такой вот мышечный тяж. Да? Значит, вот с этой стороны его и прижимаете. С этой можете вообще не давить. Вот здесь. Она прям расслабляет иногда прям целую зону. Есть еще одна секретная точка, которую мы не показали на видео. Не будем показывать. Но я вам покажу пальцами. Джим? Поднимаетесь, круче, поднимаете вот эту мышцу, да, и вот на стыке между вот этой мышцей и вот этой, да, вот прям вот сюда надо попасть. Это вы попадаете в первое ребро. И прям перпендикулярно в тело, вдох. Терпи, 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 расслабляй мышцы. Через боль расслабляй, знаю, больно. Расслабляй, 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 расслабляй. Раз, два, три, четыре. Потихонечку выдыхай тонкой струйкой. Выдохнул. И я отпускаю. Было очень больно, да? Ну, довольно-таки. Да, довольно больно. Оператор, сюда? Ты вот так вот быстро камеру водишь, так ничего не поймешь потом. Надо либо... Он засекретил. Надо либо плавно, либо подальше. Надо плавно ходить. Надо плавно. Раз, отошел вот так вот. Не плавно. А тут ты... Замахал рукой. А, я загораживал. Ты еще засекретил полностью, короче, все. Блин, а что за точка такая? Приходите, увидите. Вы это знаете, на самом деле, да? Где у нас секреты раскрываются? Секреты раскрываются только тут, на занятиях. Надо быть здесь, сейчас с нами. Так, ну на этом закончим сет номер 3, да? Дальше просто будем уходить по голове. А, нет, ну давайте еще вот так сделаем. Для концовки. Вот эти точки сказал, да, мы их не прожали. То есть я на них давлю тоже вертикально в тело, прям перпендикулярно, да. И немножко давлю вот на вот эти сосцевидные отростки, вот эти, вот так как бы череп сжимаю, теперь растягиваю вот так вот в эту сторону. Как раскрывается. Да, как будто бы раскрываю череп, как распиленный кокос. Вчера кокос реально распилил. Так, теперь делаем вот такую пружину. Как бы растяжка вот такая вот. Видите, здесь в кости сцевидно упираемся, а тут упираемся в мышцу и в акромиальный отросток. Вот, вытягиваем. Запомните, вытягивается только кость за кость. В мягкое место нет смысла тянуть. И в обратную сторону тут уперлись. И вытягиваем. Получается у вас? От кости в кость до кости. Да, если рука у вас короткая, шея длинная, да, то можно вот этими косточками вот упереться. Вот так. О, видите, растяжка, смотри. Да подальше снимай, ты так близко же ничего не видно. Не, все видно. У меня все... Видите, шея удлиняется на 2 сантиметра даже. Вот, а большими пальчиками как раз проработали уже спиралевидно, так уже вниз, уже все успокаиваем, уже все спокойно, расслабленно, уводим все вниз, кровь идет вниз, и мы идем назад в сторону шоколадного глаза. В долину. Все, с вами был Олег Алавгудвин. Мы удаляемся в свою собственную долину, да. А вы куда хотите, но лучше быть здесь. Здесь вас научат, поставят вам руки. Будьте мастерами, готовыми навыками. В понедельник в работу.